В общем, команда настроена на победу, но пока есть небольшие нюансы. Ветровой обстановки. Мы стараемся как можно больше их угадывать, но пока есть небольшие проступки. Ветер очень слабый и очень переменчивый. То есть, как только он усиливается, он уходит вправо. Ослаблением обратно отходит влево. Поэтому как бы, ты никогда не уверен, в какой момент будет ослабление или усиление. Это все связано, конечно, с температурой. Очень тяжелые условия. Мы знаем, что изменение ветра связано с усилением, с увеличением температуры, поэтому мы знаем, что вправо. Чем жарче, тем больше отходит ветер вправо. Поэтому мы стараемся придерживаться этой тактики. Но не всегда нам соперники дают возможность сходить в наше вправо. В этом году серия Extreme 40 создала самых лучших гонщиков на планете, можно так сказать. То есть все самые успешные гонщики находятся сейчас здесь, в этом месте. И мы соревнуемся против них. То есть тут как бы и чемпионы мира, и неоднократные, и победители Олимпиад. На некоторых лодках много победителей Олимпиад сразу на одной. Потом есть новозеландцы, участники кубка. Потом есть неоднократные победители на катамаранах из Швейцарии. Потом есть победители серии, то есть очень сильный флот в этом году, 12 лодок, и мы пришли в самый сильный момент этой серии. А наш рулевой из Британии, его зовут Пол Кэмпбелл Джеймс, он уже побеждал 2 раза в этой серии, поэтому как бы мы уверены, у него хорошее понимание лодки, работы их экипажа. Мы прислушиваемся к его мнению. Ну и ребята, которые с нами гоняются тоже. Триммер Грот и Триммер Стаксель тоже очень опытные участники этой же. И вместе с ним они гонялись и выигрывали эту серию ребят. Ожидаем, что все дни ребята будут слабый ветер. Потому что сейчас стоит область высокого давления над Оманом, поэтому не предполагается усиление ветра больше 9-10 узлов. То есть все равно будет очень все сложно, очень слабый ветер. Значит, результаты, в общем, могут быть такие же непредсказуемые, как сегодня, да? Здесь всегда результаты непредсказуемые. То есть как бы нельзя предугадать, кто будет первый, кто будет последний. Очень ровный флот, то есть ты можешь все время быть и первым, может быть, и последним также.